Продолжаем путешествие. Сейчас будет поселок Лесной, поворот на Зеленоградске. Здесь хороший ресторан, дорогой, правда, Золотой Дракон. Отсюда его не видно. Внизу там Золотой Слон стоит. Поселок тут Кощейково. Ну, Лесной справа. Это в советское время был, я, может, сейчас остался. Мы называли МРЦ. Московский какой-то радиационный узел. Вот сейчас будет справа башня. Вот она. Там целое поле радиолокационных сетей. Тут вообще военная часть в основном. Вот Лесной. А, у меня же деньги лежат. Торговля вдоль дороги. Вот налево уходит старое Ярославское шоссе, а здесь новый трасс. Там дальше переезд магистрали А107, бывший бетонк, подмосковное кольцо вокруг Москвы. Раньше было стратегическое, сейчас свободно. Вот старое шоссе за грузовиком. Развилка с автомагистралью А107, кольцо вокруг Москвы, которое хотят расширить и превратить во вторую МКАД.